Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Ежедневные награды, естественно, забираем. Так, открываем колодочку. Ну давай, 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 не жмись. И кто нам там выпадает? Ага, Бибоп, понятненько. Сразу идем в список, выбираем нашего Рокзара. Да, мы на Рокзаре с вами остановились. И продолжаем прокачивать его. Вот интересно, что бы нам с вами прокачать? Супер удар или все-таки даже вот этот, обычный? Слушай, давай, наверное, обычный прокачаем, а? Нужно еще найти нам очки. Пока неудачно. Опять неудачно. Третья попытка. И... отлично. Так, очки мы нашли. Теперь нам нужно 8 магнитофонов. Елки-то палки. 8. Один есть. Ну, слава богу, это не эпический предмет, поэтому, я думаю, никаких проблем с поисками. А, это даже не магнитофон, это называется пульт от телевизора. Какой-то очень странный пульт, на самом деле. Громоздкий такой. Ну, видимо, от старых телевизоров каких-то. Так, мы что, с вами уже выполнили задание, получается, да? А сколько нужно мне еще найти? Еще 4. Ладно, давай найдем, потом уже будем дальше продолжать. Во, смотри, кстати, очень неплохо выпадает. Нам еще нужно два пульта. Последний остается и... нет, это пока не то. Все, ну что, прапаем тогда мы до 5-й ступени рубилку. 400 мутагена тратим. Отлично. А чтобы до 6-й ступени прокачать, нам нужно 8 ящиков с инструментами. Так, ячейки крэнгов 6 штук и 2 кошки. Ну это уже мы с тобой сделаем в следующей серии. А пока заберем наши награды. Поднять уровень персонажа. Давай посмотрим. У нас сколько мутагена? 27 тысяч. А Леонардо сколько требует? 29. Короче, 2000 мы с тобой копим и прокачиваем Лео до 98 уровня. Окей. Тогда знаешь, что мы с тобой сделаем? Пойдем на арену. Кстати, посмотрим, куда мы с вами. Вот, видите, о чем я и вам и говорил. Опять мы с вами уже находимся на Лиге Самураев 3 звезды, ранг 43. Но я думаю, что мы сейчас быстренько с вами доберемся обратно. 45-й, 46-й. И у нас здесь Андраник, Мираншох и Александр. Надо же так назвать себя. Мираншох и Андраник. Прям как драник какой-то. Ну что, я возьму, наверное, именно Андраника. Возьму Лео, у нас с вами 5 откатов. Поэтому будем пока разыгрывать своих слабых героев. И начну я где-то вот отсюда. Слушай, это, наверное, слишком далеко, да? Слишком много нам нужно отыграть. Сможем ли, успеем? Ну, не знаю, ребят. Многие задаются вопросом: Рэй, почему ты играешь всегда Лео? Ну, типа, неинтересно так смотреть. Ребят, объясняю вам. Для того, чтобы нам иметь достаточно высокий ранг, нам нужно получать кубки. За счет Леонардо, одного персонажа, имбы, так скажем, да, и отряда своих слабеньких, я получаю полный комплект кубков. Соответственно, я быстрее расту в лиге. То есть, смотри, была 43-я, да, уже 9-я. И, соответственно, мы с тобой попадем в сёгуны. И так я продолжаю до тех пор, пока у меня есть откаты. Как только откаты заканчиваются, естественно, мне уже приходится своими силами. Можно было бы, конечно, это не снимать, потому что это неинтересно. Ребят, ну просто я уже запарился все это вырезать. Кому-то нравится, кому-то не нравится. И мы пришли к такому выводу. Если кому-то не нравится это смотреть, он может просто перемотать. Перемотать, например, на другой там участок игры и дальше себе спокойненько смотреть. Ну а пока вот я буду придерживаться именно такой стратегии, которой я уже пользуюсь, ну, наверное, с год. Да, именно год я где-то вот так вот держу себе в тонусе. Единственное, что я хочу, это чтобы для меня Лига Мастеров 3 звезды была не нечто такое, знаешь, поднебесное, а чтобы это было для меня уже естественно, потому что в этом случае мы с тобой будем получать очень много платиновых осколков, а это, соответственно, будет у нас быстрее идти прокачка наших персонажей. Мы же к этому идем. А после этого уже, конечно же, можно будет делать и ваши составы, обзоры, как они себя ведут. Мне, например, тоже интересно, какими вы играете составами. Но так как многие мои персонажи не прокачаны, я не могу в полной мере
их, ну как тебе сказать, опробовать, да, оценить. Потому что если кто-то, например, там захочет Кренга против, например, Шреддера 90 уровня, естественно, он проиграет, потому что он слабый. Понимаешь? А вот, например, испытания, да, какие-то вот определенные. Или, например, когда мы будем с тобой в Лиге Мастеров, да, где уже там абсолютная имба сидит. И ты говоришь, например, мне нужен такой-то, такой-то состав. И у меня уже все прокачанные, все в платиновом ранге. Конечно же, я возьму, и мы проверим, как это все будет работать. А пока вот занимаемся, грубо говоря, прокачкой. Так, Павел, Клауд и Кристиан. Возьму я, наверное, здесь Кристиана. Да что ж ты, Зэк, все время лезешь-то, а? Вперед, батьки-то, в пекло, я не понимаю. У нас всего лишь осталось два отката. То есть, ну, ты сам делай выводы, что я не успею своих всех слабых персонажей, скорее всего, здесь отыграть. И это плохо. Ну что, Лео, давай делаем Виртухан. Спокойный с тобой, да? Все падают, все отлично. Но два отката, это буквально еще два боя. А ты видел, сколько у меня там персонажей еще зависло? Наверное, где-то штук 20, не меньше. Не меньше. Так, 51-я позиция. Окей. Возьмем, наверное, вот этого, да, ноунейма. Опять же, берем с вами Леонардо на откатике. Зэк, как всегда, вперед, батьки, лезет. Раз, два, три, четыре. Смотрим, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ёлки-палки. Как минимум мне нужно сделать еще два боя, чтобы слабые персонажи у меня закончились. А у меня всего один откат. Кстати, можно посмотреть по долларам, что у нас там происходит. Можно докупить, да, и продолжить. Но есть ли в этом смысл? У нас есть еще Усаги. Вы не забывайте, что Лео это не, как говорится, не самый последний у нас персонаж. У нас есть Усаги, у нас есть Рафаэль. То есть достаточно много персонажей. Единственное, что Леонардо меня устраивает в плане массовой атаки своей. Все. То есть он делает первый ход, естественно, все враги сразу же падают. Опять же повторюсь, это где-то до 55-60 уровня. Дальше уже могут быть проблемы. Не все будут падать, кто-то может даже устоять смело на ногах. Ну что ж, давай делаем Виртухан. Хоба! Отлично, упали. Сегодня, кстати, мы пойдем на испытание. Испытание, ну не знаю, ребят, наверное, возьмем имбу. Там, где у меня все топчики, и пройдем. А уже в следующей серии допройдем последнее испытание. Так, мы уже с вами практически в Лиге Сёгунов. Две звезды. Сандра, она прям смотрит умоляюще там, говорит: Рей, возьми меня. И Отметель. Хорошо, берем Зэка. Берем Зэка. Также я возьму, наверное, Шреддера. 53-54 уровень здесь у них. Так что шутки в сторону, на самом деле. И давай-ка мы с тобой здесь сконцентрируемся на поединке. Это уже равный получается, да? Так как у нас Лео нету. Ну да, Пауку, Зэк, конечно, могут тут еще немножко дать встряски. Особенно Зэк. Но, тем не менее, смотри, видишь, у них инициатива уже большая, поэтому они могут сопротивляться. А у нас еще защита слабая. Но здесь мы выиграли, слава богу. Тихо, 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 роднулечка, ты будешь падать? Вот, Эйприл, да, с ноги увалила Микеланджело. Ну, а мы с тобой продолжаем, смотрим дальше. Хотелось бы, конечно, забраться в Лигу Сёгунов в 3 звезды, но мне такое впечатление, что сегодня не получится. Но уже 80-я позиция. Так, давай двигаться дальше. Мона, Муна, Попка и Нонейм. Ну, давай возьмем, наверное, Нонейма. Кубки одинаковые. Так, и возьмем сюда Армагошу. Ладно, пускай Карайка будет. Возьмем. Так, тихо, тихо. Хана. Морзильную кожу. Подожди. Тут уже 54-55 уровень, так что особо тут не разгуляешься. Возьмем с тобой, наверное, еще провокатора. Именно Рахзара. Но понимаешь, у него есть Ванька Стиранка. Ванька Стиранка, который может сделать массовую атаку. Леонардо есть. Так что нам нужно быть здесь на чеку. Взяли провокацию, теперь попробуем их замедлить. Так, замедлили только двоих. И то Майки как-то успевает вырваться. Видимо, у него супер инициатива. Понизим защиту, может быть, кому-то и атаку сможем понизить, не получилось. И давай бомбить. Армагон, в принципе, при пониженной защите дает нехилый крит. Ну, ты, в принципе, сейчас только что в этом убедился. Он 70 какого уровня? 75-го, по-моему. Уложил 55-х. В
принципе... А, он даже 71 уровня. В принципе, неплохо, ребята. Всего на 15-20 уровней выше и ложит всех. 53-я позиция. Слушай, ну есть возможность, что мы с тобой перейдем в Лигу Сёгунов 3 звезды. Может, даже немножко где-то до позиции 80-й доберемся. Так, Юлька что-то грустит, поэтому будем брать Анжелику. Видишь, она опять стоит здесь довольная, ё-моё. Опять она довольная. Она мне уже попадается, какой второй... Вторую игру подряд, кстати. Ну что же, давай тогда возьмем с тобой короля крыс. Я не знаю, Шархана, наверное, Бибопа. И вот самое интересное, кого нам здесь выбрать. Возьму, наверное, Железноголового и Змейковьюна, да? Давай Змейковьюна. Очень большой риск, потому что много персонажей слабеньких, особенно Бибоп и Шархан. А про крысиного короля вы все прекрасно знаете, какой он у меня ватный. И ё-моё, ну только не это, ну как так, а? Мы сейчас будем, ребят, с вами мазать. Потому что Майки сделал свой супер-пупер танец. Мы тогда будем знать, что это делать все пережидать под провокацией. А, у них иммунитет, ё-моё, блин, то есть я не смог их замедлить. Это плохо. Это плохо, ребята. Ну ладно, давай тогда попробуем, может быть, немножко так их пощелкать. Самый напряженный, конечно, здесь это у нас Бакстер Стокман. Попробуем, наверное, крысами атаковать. Не хочу, чтобы он выпустил маузеров и... Ага, все, он уже не выпустит никого. Естественно, Майки делает отхил. А мы, кстати, с тобой можем сейчас рискнуть сделать массовую атаку. Ну-ка попробуем. Угу. Так, слушай, ну в принципе, ребят, неплохо. Если все у нас получится, давай мы с тобой, наверное, ушатаем сейчас. Опасно его трогать. Может, Донни? Давай Донни. Давай вот так вот сделаем. Жалко у них, конечно, что стоит иммунитет. Да? Так бы мы могли постепенный урон повесить. Ну что? Ну-ка, ой, зачем я так сделал? Ё-моё, сейчас же получит. Ай-яй-яй. Уже опасно, ребята, уже очень опасно. Так, добьем мы с тобой Сплинтера. Отлично. Так, Майки остаются. Остаются Майки, мы его, наверное, вот так вот поджарим. Постепенный урон его должен, по идее, уничтожить. Массовая атака от Змейковьюна. И все, друзья мои, отлично. Ты, кстати, заметил, что у Железноголового провокация аж 3 хода. На самом деле это круто. По-моему, это самое долгое, да? Или у Рафаэля тоже 3 хода? Не помню. В общем, 28-я позиция у нас сейчас в данный момент с вами. И мы переходим Джаланта. Так, Руслан и Никита. Ну, давай, наверное, Джаланту атаковать. Да? У нас сколько еще с тобой тут? Раз, два, три. Раз, два, три. Если я, например, возьму здесь Усаги и, предположим, Донателло, мы должны, в принципе, эту ситуацию вывести. Желанта, ты мне поддашься, а, сегодня, радость моя? Надеюсь, да. Поехали, ребят, начинаем, естественно, с массовой атаки от Усаги. Если все хорошо прокатит, то будет имба. Найс, просто найс. Вот почему мне нравится Усаги, а вы еще спрашиваете. Ну что ж, продвигаемся тогда дальше. Мы с тобой, наверное, сейчас облетим. Нет, не влетели. Но, тем не менее, еще 2 боя как минимум нам нужно с тобой провести. Так, Серега, Никита и Руслан. Здесь я возьму, скорее всего, Серегу. Бакстер Стокман. Так, у меня эти отыграны. Давай возьмем Тимми. Погоди-ка, а у меня хватит? Раз-два. Раз-два, давай кого-нибудь еще послабее возьмем. Кого-нибудь послабее, это будет у нас... Ну да, пускай будет. Хотя надо было Макмана взять, у него есть массовая атака, ладно. Простоволосился маленечко. Ну что, начнем с уничтожения именно Эйприл. Она у нас хил. Так, что ты делаешь? Блин, опять иммунитет, что ли, вешает? Вот тупыреныш, а. Ну тогда давай вызывать маузеров. Раз такая пляска. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, родные. Берем провокацию с тобой, да? Я думаю, что Тимми они не смогут пробить. И из базуки нейтрализатором, да, убиваем. Ну что я тебе скажу, довольно неплохо идем. Последний у нас остается с тобой бой, где будет у нас Рафаэль. Главное поставить его
вовремя в провокацию. Вот мы с тобой и в Сёгуне. 3 звезды, 92-я позиция. Рассчитываю где-то 85-ю, 80-ю взять после вот этого очередного боя. Если мы посмотрим, Сашка, тут Лам и Ноунейм. Выбираем слабенького, это будет у нас Лам. Я его беру. Рафаэль, Майки плюс Крис Брэдфорд. И вместе с ними я возьму Макмана и Пиццелицева. Пиццелицы и Макман, как ты понимаешь, здесь в данной ситуации ватные. Нужно их защищать. Делаем уклонение. Ну, возможно, по ним не попадут. И главное нам здесь убрать, конечно же, Бакстера Стокмана. Но ты видишь, да, он довольно сильный, крепкий. Возьму-ка я, наверное, провокацию. Я боюсь, что он сейчас либо маузеров выпустит. Я имею в виду Бакстер. Еще и бафается, ё-моё. Ну ладно, Рафаэль должен, в принципе, сейчас тут раздать всем люлей. Этот хилять будет 100%. Дурик. Ой, граната полетела. Ой, и как же бомбануло. Так, нам нужно, желательно, друзья мои, использовать хил. Так, используем с тобой хил от Майки. И продолжаем. Так, Сплинтер может ответку сделать, да, если я применю ураганчик. Поэтому я так не буду рисковать. Давай попробуем с собой морозильную кошку бомбануть. Ну, хотя бы такой урон тоже пойдет. Пиццелицы тоже, друзья мои, может, как говорится, всхлопотать. Поэтому давай, наверное, с тобой просто бросим пиццу в него. Минус один. Что там? Он ускоряет команду. Вот это плохо. Это, друзья мои, плохо. Так, что я могу здесь сделать? Защиту. Дополнительную защиту мы повесим. Так, ответочка. Нормуль. Мне нужно ушатать, друзья мои, ушатать именно Бакстера Стокмана. Это самый-самый-самый такой противник для меня в данный момент. Так, ну-ка. Микеланджело, ушатаешь ты его? Почти. Так, этот разбегается на Рафаэля, естественно. Сейчас получит звездюлей. Да, сейчас будет... Вот, вот, вот этого я боялся, ребята. Ай-яй-яй. Жестко, это очень жестко, потому что мои ребятульки здесь на микронах живут. Стоит только провокации, как говорится, слететь. И все, и мы тут с тобой сфейлимся. Ну-ка, пробуем. Отлично. Так, добьешь, Майки? У него одиночная атака, к сожалению. Давай сделаем плевок от Макмана. Так, слушай, нам повезло. Нам с тобой крупно повезло, знаешь, в чем? То, что у нас провокация сохранилась, да. Ух, это было напряженно. Да, вот так вот и борешься за своих вот этих вот малышей, так скажем. Приходится их просто оберегать, и другого варианта нет, если ты хочешь получить достаточное количество кубков и, как говорится, выбиться. Ну, посмотрим, 85-ю дадут или нет? Ух ты, даже 71-я. Отлично, меня это устраивает. Ну что же, мы с тобой с турниром закончились. Теперь смотрим, у нас 39,5 тысяч мутагена, и я, как обещал, буду апать Леонардо. Пора уже, друзья мои, его до соточки довести, чтобы он уже, как говорится, ни вам, ни мне не мозолил глаза. Переходим с тобой... О, задание вот тут еще, да. Доделали. Так, переходим с тобой на испытание. Городская война, свет в темноте, но я буду живи долго и играючи. Здесь же мне дают имбу. Или нет? Ну, проверим. Да, друзья мои, здесь дают имбу. Имбовую, по-другому не называть. Единственное, что, конечно, можно вместо, например... Нет, не будем менять. Я хотел вместо Майки взять другого персонажа, да? Железноголового, например. Но подумал, нет. Все-таки так будет лучше. Ставлю, опять же, здесь на автобой. Буквально где-то до предпоследнего эпизода. Это можно, в принципе, все пройти на одном автобое. А в этот момент я даже не знаю, что тебе и рассказать или объяснить. Кто-то предложил сделать мне в игре Tower Conquest типа, ну, не челленджев, а знаешь как. Во-первых, хочу сказать сразу, с самого начала начинать Tower Conquest я не буду, уж поверь мне. А про описание и расписание, какой персонаж лучше, какой хуже, это, в принципе, можно. Ребят, ну, понимаешь, уже за сколько я в нее играю? Год? Там, полтора года? Если посмотреть все видосики подряд, ты, наверное, сам сможешь уже для себя составить определенную картину, какой персонаж лучше. Но, понимаешь, дело не в том, что какой лучше, а у нас, по крайней мере, у меня получалось,
тот персонаж, который получал сразу же там 5 звезд или там, например, высокий уровень, он у меня автоматически уже становился лучшим. Я уже старался именно его прокачивать. Так что, как бы, это надо субъективно смотреть, друзья мои. У меня не было определенной цели, там, например, я хочу... Как вот помните, в том году, да, у нас же появились вот эти новые персонажи. Там, ведьма, зомби с надгробием, тыквоголовый. Вот я даже представить не мог, что тыквоголовый у меня один, чуть ли не из первых, да, вместе с баллистой, получат 5-ю звезду. Были персонажи, которые намного-намного раньше появились, чем они. И то они до сих пор еще где-то там 2 звезды кто-то имеет, где-то там 3-4. А те персонажи, которые позже появились, уже прокачанные у меня. Так что, ребят, тут как бы все зависит от везения. Единственное, я могу отметить там, вот команда имбы, это вот для меня самые, так скажем, любимые персонажи. Туда еще, конечно, можно воткнуть, наверное, чумную мышь, да? И... Ну и, пожалуй, наверное, грифона. Это из летающих. Конечно, если честно, я бы хотел еще прокачать себе, на самом деле, толкателя. Мне он нравится. Во-первых, он, если у него получается этот удар, да, отталкивающий врагов, очень, кстати, хорош. Очень хорош, когда на тебя идет особенно массовая такая... Массовый отряд. И он их отталкивает, еще немножко как бы станет. В общем, нормально. Что-то мы с вами как-то немножко не так, да? Играем в черепашки-ниндзя, я почему-то обсуждаю игру Tower Conquest. Ну, просто было пока время, я хотел кое-что объяснить. Так, ребята, в ПВЗ, но растения против зомби. Я сейчас начал играть в рейтинг. Слушай, он неплохо в данный момент получается. Но я тебе скажу одно, чтобы подняться хотя бы на одну единицу по рейтингу, приходится так изворачиваться. А все дело в том, что у меня нет хороших имбовых карт. Я просто посмотрел, какие карты у противников. Это просто нечто. И мне приходится проходить, грубо говоря, базовыми. Я накопил в данный момент 500 гемов. Наверное, сегодня мы с вами запилим серию, где я куплю себе 5 паков по соточке. Да, 100 гемов будет стоить один пак. Может быть, из разных, как говорится, колод выберем по паку и пооткрываем. Наверное, так сегодня сделаем. Есть еще одна интересная, ребята, игрушка вышла сейчас, да? Называется она «Игры престолов за стеной». Вчера я делал на нее видосик. Я его уже выложил, но оказывается, что в этой игре очень много запрещенной музыки. Видимо, эта музыка идет из фильма или еще откуда-то. Мне пришлось этот видосик удалять и перезаписывать заново, но уже без озвучки, ну то есть без звука. То есть звук там отключен, и, наверное, придется мне туда вставлять свою какую-то музыку. Не знаю, ребята, созрею, не созрею я к этому моменту, к выпуску, но надо как-то пытаться. Потому что второй канал у меня тоже в данный момент завис, а там у меня, сам знаешь, Doom Eternal. Там у меня Resident Evil на прохождение. Кстати, кто спрашивает, Рэй, где ссылка на второй канал? Ребят, заходите в описание канала, и там все будет. Ссылка на второй канал будет там присутствовать. Потому что если я делаю ссылку под описанием, ну, немногие туда, короче, заходят. Да и все время говорить, что ссылка под описанием, тоже как-то надоедает. Так что смотрите сами. И кто спрашивает, ребята, где у тебя ссылка на Facebook, на ВК, все есть в шапке канала. На шапке канала, где надпись, все дела, в правом нижнем уголку есть, кстати, тоже и ссылка на второй канал, и ссылка на Facebook, и также на ВК. Так что можете заходить и смотреть. Ну что, вроде бы пока и все. Из этого, что я хотел сказать, высказать вам, продолжаем играть. Потому что, смотрите, уже идет напряженно, хотя 50 всего лишь уровень. Но мы уже немножечко, как тебе сказать, с трудом их разбираем. Так, король упал, и мы прошли с тобой этот эпизодик. Двигаемся далее, посмотрим, что у нас там будет. По-моему, 60 уровень, если я не ошибаюсь. Рафаэль ролевой, 2 ДНК, это круто. Это круто, но вот этот Майки нам не нужен. Короче, Донни и кожеголовый. Вот это да, вот это для меня как приоритет.
Слушай, может быть, вместо Майки взять Зека? Зек же хорош на самом деле, если так по большому счету брать. Но Зек не может хилять. И не забывай, что если по Зеку будут хорошенько бомбить, он почему-то сразу рассыпается. И это меня почему-то раздражает. Он вроде бы как и сильный, и в то же время ватный. Так, ладно, с этими скелетиками я разберусь. С полтычка. Двигаемся с тобой дальше. Тут 4 волны, мы с тобой уже на второй. И смотрим тут, кто. В принципе, здесь достаточно одной волны. Так, этот еще стоит на ногах, да? Норм. Переходим на третью. Тут опять у нас скелеты. Хотелось бы просто маузеров туда запульнуть, но нет. Не выходит. Тогда сделаем супер атаку именно у Саги. Единственное, что меня немножко бесит, это вот длинное вот это вот вступление его атаки, да? У Лео как-то все это намного быстрее. Взял, наклонился, прыгнул, атакует. У Саги там пока свой танец этот спляшет, 1,5 минуты пройдет. Ну, шучу, конечно, но все равно. Так, что у нас здесь? Здесь ничего хорошего, да? У нас здесь Донателло, здесь у нас Паукус. Паукус. Так, вертушку делаем и все, и ханаем. Ага, Лео выжил. Найс. Как говорится, без проблем. Ну что же, переходим с тобой на предпоследний эпизод. На одном дыхании с тобой идем. Мне это нравится. Майки, роль... А подожди-ка, а ролевой, по-моему, он все-таки нужен мне. Дай-ка секундочку, я, честно говоря, не помню, нужен ли мне Майки ролевой. Конечно, нужен. Ёлки-палки, что-то я говорю, что он мне не нужен. А, вот это да. Нужен, друзья, конечно же нужен. Куда я пошел-то, ё-моё. Так, кстати, у нас 80... Блин, опять не то, что я пудрю-то себе мозги. Я хотел что? Я хотел зайти в магазин. Тут у нас ничего нету по жетонам. А, 48. 48 всего жетонов. И 495 тоже жетончиков у нас. Как всегда, понятно. Ничего у нас к покупке, как говорится, не предусмотрено. Продолжаем с тобой играть. Остается лишь получить Донателло. Сколько здесь? 2 ДНК. А на коже голового сколько? Тоже 2? По-моему, тоже 2, да? ДНКшки на него будут давать. И вы сами прекрасно видели, что из себя представляет кожеголовый. У него очень неплохая, как говорится, массовая атака. Плюс он еще и провокатор. Есть смысл его прокачивать, но это очень-очень-очень долго. Потому что карточки на него падают только вот, наверное, с этого испытания. Все, ребят, больше я не знаю где. Ну, конечно, можно все это дело выбивать где-то там в каких-то колодах. Но ты представляешь, какой там шанс, что он тебе выпадет. Ты потратишь там около 1000 долларов, я имею в виду, игровых. Да? И то не факт, что тебе выпадет этот кожеголовый. Поэтому вот по 2 ДНК с, как говорится, с этого испытания. Это можно представить просто, сколько времени на это уйдет. Нет, конечно, может быть, тебе фартанет, и ты его увидишь в магазине. Можно, конечно, покупать и за жетоны. Но это опять же, все очень долго копить. Я вот просто представлю, что чтобы прокачать, например, супер шреддера до платинового ранга, да? Это ж сколько мне еще времени? Это, наверное, минимум еще года 2. Минимум. При вот таком вот всем раскладе, ребят. Да. И Кренга то же самое, кстати, качать. Ну, ты представь, да? Там раз в 4 недели выпадает тебе вот это событие, где ты можешь это все навыбивать. И ты получишь там, ну, максимум 10. Ну, 20 это в лучшем случае, да? 20 ДНК. А нужно соточка. Соточка, чтобы его прокачать. Трындец. Вот так вот, друзья мои. Поэтому, как говорится, пока играю, мы будем с вами проходить, играть в эти черепашки. Ну что же, у нас 5-я волна. На этих играх, наверное, целое поколение вырастет. Мне так кажется. Ну что, Басяра, я знаю, что ты пришел. У нас, кстати, двойная атака есть у Бакстера. А так, у Рафаэля и у Саги. Давай повесим на него постепенный урон. Вот так. Плюс хильнемся. Отхил нам обязательно нужен. Хотя надо было, наверное, уклонение поставить. Но я все-таки рискнул. Теперь бомбим. Что-то хило как-то. Бам, с хвостом по Усаги. Так, Усаги может у нас сделать атаку двойную. И по идее постепенно... А, нет, все. Лео добьет. Ну, если бы даже Лео не ударил, постепенный урон все-таки бы сделал свое дело. Ну, а так, Лео как добивающий довольно неплохо сыграл.
Ну что же, переходим с тобой на последний, последний наш бой. Так, дайте мне, пожалуйста, две ДНК на Донателло ролевого и Кожеголового. Да, друзья мои, два ДНК дается на Кожеголового. Ух, поехали. Кстати, у нас еще останется немножко сыра. Мы можем с тобой попробовать немножечко пофармить. Сколько там? Попытки две, по-моему, да, у нас останется. Ну что, здесь, наверное, желательно делать, наверное, массовые атаки. По идее, да? Но я все-таки буду немножко аккуратничать. Не хочу, чтобы мы остались без атаки массовой, с сильным врагом. Так, тихо, тихо, успокойся. Видишь, что делают, а? Вот что они делают. Вот Рафаэль, конечно, в этом случае мне очень нравится, что он может именно сделать контратаку в подходящий для тебя момент. Так, ну что, 5 волн, мы с тобой на второй волне. Опять эти ниндзи, они меня раздражают, если честно. Если ты хочешь знать мое мнение, они меня очень бесят. Давай-ка мы с тобой пробафаемся. Именно у Саги баф у него конкретный, ты сам это прекрасно видишь. И теперь бомбим. Опять соседи там начали что-то сверлякать. Как всегда, все это вовремя. Ничего не могу сказать. Может быть, даже придется сейчас поставить на паузу, пока они там свой ремонт доделают. На улице ни свет ни заря, он уже там сверлякает с этим перфоратором. Так, ну что, давай, Майки. А, нет, вот так вот. Добили, переходим с тобой на третью волну. Здесь у нас скелетоны. Ну, давай просто их бомбить. Двойная атака, плюс, не забывай, у нас с тобой есть контратака практически. Только... Что, на Рафаэле только осталось? Вроде была только что еще на ком-то. Так, минус скелет здесь. Ну, давай выпустим маузеров, так уж и быть, чтобы, как говорится, побыстрее с этим делом разобраться. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, Майки, Майки. Как же ты так? Ну и последний скелетон. Он сейчас еще будет выделываться здесь. Понизил атаку именно у Лео. Знает же, да, кому делать. Переходим на четвертую волну. Смотрим, кто у нас здесь. Слушай, ну с этими ребятами на самом деле лучше не шутить. Я серьезно говорю. Здесь Донателло, здесь Лео, который берет провокацию. Здесь, короче, давай вот так вот делать. Хоба. Воу-воу, тихонько. Что-то мы... вообще практически никакого урона не нанесли. Как это так? Хм. Ты посмотри. Давай, наверное, еще сделаем одну суператаку. Так, и... наверное, мы с тобой... сейчас же босс будет, так ведь? Сейчас ведь будет босс. А я свои все массовые атаки потратил. Есть один хороший удар у Лео, но он почему-то опять у нас взгрустнул. Сел на коленочку. Как всегда, он у нас под дебафом, видимо. Ну да, он у нас под дебафом. Поэтому давай попробуем с тобой, наверное, еще раз повесить отличный баф. Какой-нибудь на... о, хорошо, хорошо, на уворот. Все, все у нас как полагается. Пробуем, ребята. Хоба, четверть хп отняли. Так, а как же уклонение? Раф, почему у тебя не срабатывает? Так, у нас тут крит. У нас не хватает только атаки. Да? Но я хочу, наверное, вот так вот сделать. Пробафать можно было бы, конечно, на атаку. Так, двойная атака есть у него, да? Поехали. Раз. Защиту понизили. Это для нас имба. Но он будет сейчас, наверное, уничтожать, да? Контратака от каждого. От каждого контрудар. Давай. Изи, найс. Да-да-да-да-да. Кожеголовый отдуплился. Причем у нас все с вами остались живы. И я, естественно, могу этот уровень теперь фармить. Фармить из-за чего? Именно из-за вот этого самого кожеголового. Так, сколько у нас с тобой сыра? 23 штуки. Ну что, пробуем. Две попытки у нас с тобой есть, поэтому поехали. Карта Бибабима. Как меня это бесит, карта, честно тебе скажу. И кружка из Олимп Динер. Я лучше просто не мог мечтать. Вот все, что хочешь, вот кроме вот, моих, вот этих вот героев. Всякую чушь дали мне. Вот и обидно из-за этого, друзья мои. Из-за этого вот обидочки и берут. Но, тем не менее, я тебе скажу одно. Что сегодня очень хорошо поиграли. Классненько так прошли, вообще без потерь. На одном дыхании. Лайтово, можно так даже назвать. Я, в общем, доволен. Ну что, ребятушки, наверное, будем с тобой закругляться на этом, да? Обязательно увидимся уже в следующей серии. Ну, а я пошел делать другие видосики. Так что, до новых видосиков. И всем пока.